Здравствуйте, дорогие зрители! Этот канал посвящен новостям из жизни звезд. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Сегодня стало понятно, что тяжелая черная полоса в российском шоу-бизнесе не закончилась. Ведь вновь пришла трагическая новость. После того, как Россия простилась сразу с несколькими талантливыми актерами и музыкантами, сегодня мы вынуждены рассказать о том, что ушла народная артистка. Об уходе Марины Скоромниковой сообщили ее коллеги, назвав артистку доброй, порядочной и очень талантливой женщиной, которая не побоялась всю жизнь отдать непростой профессии актера. На данный момент причины не сообщаются, а о месте прощания будет сообщено позднее. Актрисе было 84 года. Приносим свои соболезнования. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь и берегите себя.